Друзья, приветствую. Всем доброго вечера, 10:30. Кому скучно, кто желает посидеть, поболтать о чем-нибудь интересном, могу ответить на несколько вопросов, плюс у меня есть что вам сказать. Сейчас у меня была очередная консультация. У меня каждый день сейчас консультации с парочкой бизнесменов, и там мы очень много вопросов просто разбираем, глубоких вообще, колоссальных. Обычных проблем у них нет, вот, когда много денег, там другие проблемы. И мы выявили практически у всех одни и те же коренные шаблоны, самые вот прям важные, которые портят всю малину и создают проблему каждому из вас. Как вы думаете, какие это могут быть проблемы? Из-за чего? Это страх ошибки. Нас с детства воспитывают просто в состоянии таком, где нам страшно ошибиться. В школе двойки, поругают родителей, что-то сделал не так. Все, это конфликт. У нас ошибка равно смерть. Ошибка равно боль. Ошибка равно чего-то лишиться. Ошибка равно... Что нам еще навязывали с детства про ошибки? Типа, сделал ошибку, гулять не пойдешь, уроки будешь сидеть. То есть ошибка — это рутина, это сложно, это плохо, это больно, это ремень. То есть если мы что-то сделаем не так. И вот этот страх ошибиться, эта программа, она сидит очень глубоко у каждого, и все наши проблемы практически, вот вообще любые, с этим корнем ошибочны. То есть мы боимся сделать что-то не так, и поэтому мы себя ограничиваем. Мы заранее пытаемся что-то сделать, чтобы все максимально было правильно, продумывая там каждый ход, каждый шаг. Много не решаемся попробовать сделать, да, мы не идем в новое, потому что новое равно ошибка. Мы же еще не знаем, а то, что мы не знаем, это уже априори ошибка. Почему? Потому что безошибочность — это какой-то эталон, как надо. Соответственно, новизна, новое, неизведанное, неизвестное, это уже не так, как надо, это по-другому. А раз по-другому, то это равно ошибка. А где мы с вами берем энергию? Энергию мы можем генерировать только в переменах, в каких-то новых действиях, которые дают какие-то новые результаты, где мы совершенно по-новому что-то создаем, творим, и благодаря вот этому опыту, что мы что-то сделали другое, новое творчество. Творчество — это создание нового. Если мы создаем то, что уже есть, то, что уже было, то, что мы знаем, это копирование, это не новое, это не творчество. Творчество — это то, где мы получаем новый опыт, новое знание, новое видение, новый результат. Так вот, представьте, мы не можем сотворить вот это новое, потому что оно априори приравнивается к ошибке. Так что нам делать-то, получается? Представьте, какая фишка. Мы боимся идти в новое, потому что это ошибка. Ошибка — это больно, ошибка — это плохо, ошибка — там куча страхов сделать ошибку. Как не бояться делать ошибки и как признать, что ошибки — это и есть наше творчество? Чтобы что-то сделать новое, что нужно сделать? Вот давайте забудем все, что я сейчас сказала. Либо держите в памяти, просто расскажите мне, напишите здесь, сейчас, в сообщениях, что нужно сделать, чтобы совершить что-то новое, какой-то новый шаг, новую перемену. Кстати, деньги равно перемена. Перемена — это из точки А в точку Б перейти, из старой точки в новую точку, в точку, которую вы еще не знаете. Так вот, чтобы были деньги, всегда нужны перемены в новое. Где это новое взять? Если бы все, что бы мы ни делали, мы это знаем. Где взять новое?
Вот давайте, напишите. Мне очень интересно, что вы скажете на этот счет. Мы уже поняли, что новое, то, что не делается, что еще не сотворено, мы об этом не знаем. Вы все часто говорите, пока вы там пишете, порассказываю, что я не знаю, что мне делать. И от этого я не буду ничего делать, и от этого мне плохо, от этого у меня депрессия, потому что я не знаю, что это делать. Вы в уныние и в страдания уходите, когда говорите, что вы чего-то там не знаете. Так это же, блин, наоборот, хорошо. Когда вы говорите, я не знаю, что мне делать, вы в это время должны просто ликовать на волне оргазмов от того, что сейчас вы можете сделать новое. Потому что если бы вы знали, что делать, вы уже не сотворите новое. Вы сделаете то, что уже было. Потому что то, что вы знаете, это было. Неважно, было у вас, у ваших знакомых, в книге, где угодно. Это было, это не новое, это не то творчество, которое генерирует вам энергию. Поэтому если вы говорите, я не знаю, как это сделать, и поэтому это так круто, добавляйте к этой фразе вот это предложение, значит, я сейчас 100% сгенерирую энергию, пойду в перемену, сотворю новое, пойду в творчество, и у меня точно будут там деньги, блага, ресурсы, потому что я иду в новое, потому что я это не знаю. Если бы я это знал, было бы плохо. Когда я не знаю, это супер хорошо. Но как сделать то, что я не знаю? Как? Вот мне вот самый главный вопрос. Я хочу, чтобы у вас инсайты появились. Не когда я вам это скажу, вот на блюдечке поднесу, хотя я это уже много раз говорила, но другими словами, но сейчас у меня есть такие слова, чтобы вы поняли наконец-то. Вот. Круто не знать, что вы будете делать. Да, правильно, Ирина, это очень круто. Идти и пробовать проявляться. Страшно, да, но надо пробовать. Хорошо, пробовать. Что вы будете пробовать? Мы пробуем обычно то, что знаем. Мы не можем попробовать то, что не знаем. Прикиньте. Прикиньте, ребят. Да, мы будем пробовать. Но мы не можем вообще физически попробовать того, чего не знаем. Это правда. Поэтому все наши пробы не лежат в творчестве, не ведут к перемене, которая генерирует энергию. Да, любые перемены, они у нас даже сознаниями делаются, но это не те перемены, которые дают нам энергию. Энергию дают только те перемены, которые лежат в творчестве, в неопознанном, непонятном, где мы еще не знаем. Но мы не можем сделать физически ничего того, что мы не знаем. Прикиньте, как это сложно сейчас осознать, и ответить на этот вопрос. Это один из сложнейших вопросов, но на него самый простейший просто ответ, который я в начале самого эфира дала. Чтобы попробовать, нужна идея и мечта. Да, есть идея, есть мечта, согласна. Изначально у нас появляется идея. Идея какая? Если создать что-то конкретное, это уже не будет новое. Это конкретное уже было. Вы и руки всех людей — это все продолжение вас. Это было все у вас. Неважно, ваше это тело и руки создавали, либо руки создавали других людей, но это было. Если у вас есть идея сделать новую вазу, у вас есть идея этой вазы, как она выглядит. Но это не то творчество, которое максимально дает вам ту энергию, за которой вы все время стремитесь. Получается, чтобы сделать что-то, чего я не знаю, нужно совершить ошибку. Просто ошибку, ребят. А теперь вот этот момент просто вот прям осознайте. Например, дизайнер делает крутое платьишко, да? Вот как ему совершить новое платье? Как его сотворить? Потому что все мои идеи я где-то черпаю. Я придумываю образы,
примерно понимаю и пытаюсь это сотворить. Все идеи я черпаю даже в своих фантазиях. Но они уже не новые, они уже в голове, если созданы в физическом мире, они уже будут старыми. Это будет копия просто не физического мира, а скопирована в физический мир. Это не то. Но когда я нечаянно ошибусь и прорежу ножницами не там, где нужно, чуть больше, или как, короче, ошибка, я могу из этого сделать новую выточку, присобачить там карман, начать думать, как исправить ошибку, исправляя, я делаю выточку, вышивку, новый карман, новую какую-то там строчку, подкладываю ткань. То есть я начинаю пробовать исправить ошибку. И вот когда я исправляю ошибку, я и создаю то, что изначально создало мне новое. Весь мир — это гениальная ошибка. Каждое дерево, представьте, имеет в коде генетическую ошибку. И поэтому все одинаковые деревья, все одинаковые березы, они разные. Потому что каждая новая береза имеет какую-то ошибку. То есть где-то какой-то винтик видоизменен. И поэтому береза другая. Но все березы одинаковые, на то они и березы. Но они разные, потому что есть какая-то генетическая ошибка. И вот если бы все березы склонировать и сделать одинаковым, мир был бы искусственный. Но живой, натуральный, уникальный, он благодаря ошибкам. Мы с вами люди с разными лицами. Мы красивые, натуральные, естественные, природные, потому что мы ошибочны. Каждый новый человек не клонируется по эталону одинаковый. У него в коде генетическая ошибка заложена специально, чтобы где-то какой-то маленький винтик, какая-то клеточка была видоизменена. И мы уже, ну как бы вроде одинаковые, но мы разные. Благодаря ошибке. И эту ошибку можно сделать только случайным образом. Случайным. Даже вспоминайте, случайный взрыв. Создалась наша Вселенная. Чтобы сотворить новое, идя в перемены, сотворить энергию, сотворить деньги, сотворить решение проблемы, чтобы творить нам, творцам, нужно совершать ошибки каждую единицу времени во всем. Чтобы совершать ошибки, ничего для этого делать не нужно. Наша задача — убрать все, что мешает совершать ошибки. Гениальность за гениальность, правильно? Вот согласитесь. Задайте себе вопрос, что мне мешает создавать ошибки. А мне мешает страх ошибиться, потому что это будет больно. А мне мешает вот эти навязанные убеждения, что если я ошибусь, на меня не так посмотрят, наругают, не то скажут. Если у вас есть хоть это одна отговорка, почему вы боитесь совершать ошибки, значит, вы еще не повзрослели. Вы еще ребенок, который не хочет взять ответственность на себя и боится, что внешние обстоятельства, родители, взрослые, там, социум осудит. Наша задача — убрать все, что мешает создавать ошибки. И тогда вы начнете творить. Конспектирую гениальные мысли. Да, Ирина, все правильно. Про эти ошибки я 5 лет назад видео рассказывала. Я недавно его случайно пересмотрела и решила вам сейчас пересказать. У меня просто гениальнейшие видео, от которых я ловлю сегодня инсайты и понимаю их глубже, чем я тогда, 5 лет назад, о них рассказывала на своем YouTube-канале. Я просто в шоке от того, что сейчас каждое видео, которое я смотрю, я понимаю вообще по-другому. Как я могла это сказать? Причем я не могу сама до этого додуматься. Я смотрю просто все свои старые видео 5-летней давности, там 4-летней давности, 7-летней давности. И просто смотрю, офигеваю. Просто, блин, да это ж так гениально. Просто наши все обычные с вами вещи, слова, которые мы слышим, понимаем и так далее, они настолько гениальны, поэтому мы их не понимаем. Чем проще вот суть, тем сложнее вообще ее словить, уловить, понять. Но если
с течением времени мы убираем всю эту шелуху, да, растем, удивляемся, разрешаем себе удивляться, делать ошибки. Вы просто не представляете, как у вас вот вообще просто ум прогрессивно начнет впитывать информацию, как губка, ну, из того, что вы уже знаете, но вы просто будете смотреть на это и думать, ни хрена себе, я это 1000 раз знал, оказывается, не знал. Я сначала понял, а потом как понял, а теперь я точно понял, и так каждый раз на одно и то же. Вот. Я всегда боюсь допустить ошибки. Да, мы все с вами изначально решаем стремиться не допускать ошибки. Нас так учат. И именно вот эта вот наша проблема создает нам все проблемы. Это корень вообще вот всего. Мы стопоримся, когда говорим, я не знаю, как это сделать. Да, блин, это наоборот хорошо. Добавляйте. Я не знаю, как это сделать, и поэтому это будет творчество. И поэтому это будет новое. И поэтому здесь есть энергия, значит, деньги, блага и все подобное. Ну, там все сопутствующее. Я уже даже про это не буду говорить. Если я знаю, как это сделать, можно туда уже не идти. Потому что в этом нет новизны. Творчество ваше будет здесь отсутствовать. Если вы берете, копируете, то вы никогда на этом не сможете, ну, даже банально заработать деньги на любой копии. Почему? Можно достичь всего, если вы в этом убеждены, там, заработать деньги, но вы эти деньги не генерируете здесь сейчас на творчестве, вы их забираете из других сфер жизни и в 10-кратном размере. Всегда помните про бумеранг и десятину, про эти два закона мироздания, которые всегда работают. Так вот, если вы что-то скопировали, ну, например, там, я не знаю, да что угодно, и предложили это, там, продали, вы получили денежку, да, например, там, 5000 рублей, но 25 тысяч у вас заберется, потому что из других сфер жизни. Заберется любым способом. Там пылесос сломается, который будет стоить как раз вам новый на 25 тысяч. Может, еще каким-то образом. Это уже не важно. Весь смысл, что генерировать энергию мы можем только создавая что-то. Генерируя энергию в творчестве, наслаждаясь процессом, вот этим процессом творчества, не ожидая конечный результат, а наслаждаясь вот этим процессом, в это время фокусом внимания вы перетаскиваете энергию сюда, в физический мир, который вы уже материализуете в то, что вы там делаете, да, получаете результат, и что? Ну, все, что вы хотели, ваше желание исполнено, создано, чтобы еще добавлять. Но если вы что-то создавая при этом ориентируетесь только на конечный результат, и не в процессе находитесь, да, то вы здесь только теряете энергию. Если вы копируете, вы теряете. Так, поэтому я не знаю, это круче, чем я знаю. Я не знаю, что делать, это круче, чем я знаю, что делать. Совершать ошибку, это круче, чем не совершать ошибку. Каждый раз, когда мы стараемся сделать безошибочно, мы себя ограничиваем в действиях настолько вот прям очень сильно. Ну, наш, во-первых, мы и сами не развиваемся, и опыт наш не увеличивается многократно, да, и мы не извлекаем из этого уроки. Здесь вообще масса минусов пытаться сделать правильно. Поэтому, завершая этот классный эфир, я даю вам задание потренироваться. Сделать намеренно 100 ошибок. Ну, хотя бы намеренно. Потом вам нужно будет учиться их делать ненамеренно. Вот. Убирая параллельно все шаблоны мышления, которые мешают их совершать. Поэтому возьмите и ошибитесь. Там, в приготовлении чая. В новой прическе. Там, я не знаю, делайте макияж, ошибитесь, сделайте что-то по-другому, причем не думая, как это по-другому сделать, а именно ошибитесь.
Дайте себе, разрешите ошибку сделать. Заявите свою волю. Я заявляю свою волю. Просто сами себе установку такую дайте. Я заявляю свою волю разрешить себе ошибиться, сделав по-настоящему дурацкий макияж. И вы увидите, какие новые тренды можно придумать. Они все делаются только на случайных случайностях. Вот, все, ребят, спасибо вам большое. Вопросы. Обещала вопросы. Давайте я сейчас выйду, сохраню. Сейчас прочитаю, если здесь есть вопросы, и в новом видео отвечу на него. Я была отличницей и боялась ошибаться, и это видение ошибок дает невероятную свободу. Да, 100%, конечно. Пора уже начать творить. Этот год Водолея, эра еще наступившая, это время абсолютных перемен. В перемены мы можем только пойти, когда мы будем менять точку А на точку Б, совершенно новую, непознанную, неизвестную, перестать бояться этих ошибок. Вы, соблюдая безошибочность, да, только блокируете себе энергию, и, соответственно, чем меньше энергии, тем больше проблем. Если вы не хотите проблем в своей жизни, чтобы все было на изи, совершайте массу ошибок, и это будет как раз-таки тем вашим, тем ростом, да, тем вашим творчеством, которое вам и нужно. Так. Гениальная мысль, прямо объяснить для хейтерам. Хейтерам? Что-то меня давно никто не хейтил. Жалко. Я впервые попала в прямой эфир за 2 года. Нелли, какая вы красотка. Кстати, хочу напомнить, что я по ошибке вышла сюда, вот, в Инстаграм. Я не выхожу в Инстаграме уже давно в эфир, и здесь смысла я не вижу, потому что очень мало с кем можно здесь пообщаться. Я выхожу в эфиры, сейчас в последнее время тоже редко, скоро буду почаще. Просто у меня очень сейчас сложная работа, времени не хватает. Я выхожу в Телеграме и хочу попрактиковать в Ютуб, потому что здесь зависает, вот мне даже сегодня написали, виснет. Именно совершая ошибки, у меня получилось создать Левитрон. Что это вообще такое? Так. Тело само все делает без мозга. Угу. Я так соскучилась по вам. А вы пишите по мне. Так, кто-то здесь писал сообщение. Что-то я его уже не вижу. Там было такое, расскажи о себе. Не знаю, давайте я сейчас тогда в следующий эфир зайду. Ошибки — это комплексы. Надо выходить из этих энергий и идти вперед на содержание новых ошибок извне. Это же кайф. Все верно. Вообще, прям круто написали. Сделать намеренно 100 ошибок, убирая все шаблоны мышления. Да, вот это вам задание. Сейчас я попробую выйти в новый эфир.